оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 17% людей у світі живуть з тією чи іншою формою порушення зору. І приблизно у 8 із 10 випадків таких порушень можна запобігти або взагалі їх вилікувати. В ефірі «Здорова среда» і я її ведуча Вікторія Гаврюшова. Сьогодні поговоримо про методи корекції зору. У мене у гостях доктор медичних наук, професор та заслужений лікар України Валерій Сердюк. Вітаю вас, Валерію Миколаївичу. Приємно бачити у нас ще студії. Здравствуйте, Вікторія. Мені теж дуже приємно присутствувати, бути в гостях такого замечательного каналу, як 34-й. Тим більше, що ваша команда обращає зараз увагу на дуже серйозну проблему. Проблему зрення. Дякуємо і вам. І як завжди на початку нашої бесіди трошки історії. Спроби виправити вади зору людство робило ще в далекі часи. Щоб краще бачити, давні греки використовували полірований гірський кришталь, а римляни – скляні кулі з водою. Перші окуляри з діоптріями у 10-11 столітті стали виробляти араби. Невдовзі ця технологія прийшла і до Європи. Але тимчасовий ефект і певна незручність при користуванні змусили людину шукати більш дієві способи. Сучасні методики хірургічної корекції зору беруть свій початок у 1869 році. Тоді нідерландський офтальмолог Херман Снелен, автор таблиці для перевірки зору, висунув цікаву теорію. Якщо певним чином подряпати око, вигін рогівки зміниться. Лише через 70 років цю техніку спробував застосувати на практиці професор Цутому Сато із Токійського університету. Спеціальним лезом він наніс глибокі радіальні насічки на рогівці. Після зрощення утворилися рубці, які зменшили викривлення рогівки і призвели до покращення зору. Але його експерименти виявилися невдалими. Низька точність корекції, часті помутніння рогівки, а також небезпечні ускладнення. Систематизувати знання та розробити методику операції і механіку розрізів зможе в 1972 році академік Федоров. Операція отримає назву радіальна кератотомія і швидко набуде популярності серед офтальмологів. Ця техніка застосовується і сьогодні. Змінилися лише інструменти. Замість металевих скальпелів використовують алмазні. А в 1988 році вперше у світі операцію на рогівці було зроблено лазером. Пане Валерію, загалом, які тенденції сьогодні спостерігаються? Як розвиток сучасних технологій впливає на кількість людей із проблемами зору? Їх стає менше чи більше? Очень хорошая подборка была у вас здесь, вот с точки зрения истории, развития. Да, молодцы. Ну, я скажу так, что действительно, офтальмология развивается, наверное, это совершенно объективно, она развивается лучше других специальностей именно в медицине. Она, поскольку глаз находится, в общем-то, как бы поверхностно, и можем достаточно детально разобрать, абсолютно увидеть все оболочки глаза, мы можем понять, где происходят начальные изменения, где, как происходит ухудшение зрения, мы можем это видеть абсолютно визуально. Вот, и даже можем смотреть, как меняются сосуды на глазном дне. Это тоже видно визуально. Поэтому вот все эти технологии новые, они развиваются прежде всего в офтальмологии. Это, конечно, микроскопические технологии. Появляются новые микроскопы. Вот буквально мы в ближайшие месяцы получаем уникальный микроскоп в нашей клинике, который будет позволять не только, так сказать, визуализировать, да, скажем, объект, это или сетчатку, или там хрусталик, но помимо этого еще и он дает гистологические средства. Он показывает, из каких микрослоев состоит сетчатка. И развиваются новые лазеры, сейчас появляются фемтосекундные лазеры. Это прецизионные, очень точные технологии, поэтому, поскольку офтальмология – точная наука, поэтому вот такие технологии сейчас распространяются именно в нашей области. И все ж таки, как такие технологии влияют на количество людей с порушением зору? Яка статистика сегодня? Ну, я вам хочу сказать, что статистика печальная. Если раньше, даже возьмите, лет 20 назад, мы называли в школе, допустим, если два человека были, приходили и носили очки, мы называли их очкариками, да, то вот сейчас, на сегодняшний день, уже 8 человек из класса, и из 10 имеют патологию рефракции.
Поэтому, естественно, это актуальная тема, потому что сейчас все дети, они сидят в гаджетах, они мало двигаются. Ми трошки пізніше про це також поговоримо і взагалі про проблеми, які зараз поширюються найбільше, а яких стає менше. Проблем зору. Ну вот я сказал, прежде всего, это школьная близорукость, которая как пандемия сейчас распространяется, и поскольку она меняется не только уже, как она становится не только приобретенной, но она уже становится, в общем-то, генетически детерминированной. И поэтому дальше, опять-таки, гаджеты, все условия внешней среды или условия существования человека, которые, в общем-то, уже немыслимы без компьютера. Вот это вот совокупность этих факторов ведет, да, к развитию. Это близорукость, вот мы сказали. Дякую вам за відповідь. Що ж, як ми з'ясували, проблем вистачає, але й рішень сучасна офтальмологія пропонує чимало. Ми дізнавалися, з якими із них знайомі наші глядачі. Давайте дивитись. Які методи корекції зору ви знаєте? Лазерна корекція, корекція при помощі лінз, ну і, може бути, капельки. Ви знаєте, у мене є такі от каплі, я їх покупаю іменно в Єгипті. Лазерна і все. Там операції. Исключительно лазерную коррекцию знаю по восстановлению и все. Зарядки, естественно, даже вот я вам скажу, я как педагог, воспитатель в детском саду, даже мы делаем зарядки. То есть это банально вверх-вниз, в ту сторону, закрыть глазки там, то есть зажмуриться, посмотреть на какую-то точечку. Ну, мы обычно ищем там муху или что. Гимнастику таким образом делаем, сохраняем зрение. У меня супруга офтальмолог, так что я колюсь ей под глаза определенные лекарства. Вот правый глаз у меня практически не видит. Вот, а левый видит в очках 6B. Лазерная коррекция, линзы, очки. Можно сфокусироваться на переносице, а потом зрение мысленно перенести его куда-то к звездам вдаль. Потом обратно вернуть на переносице, потом обратно куда-то вдаль. Ну какие? Лазерным лучом, по-моему, корректируют. А, я еще, знаете, дома одеваю вот эти, Федоров рекомендовал, с дырочками черные очки. Вот эти одеваю. Помогают вам? Помогают, да, да. Ну, лазер какой-то существует, лазером делают, зрение улучшают. Всякое оперативное вмешательство, это, наверное, для организма все-таки стресс. Поэтому лучше обходиться гимнастикой, вот, питанием, спортом и вставать пораньше. Витамины кушают, упражнения делают. Да и все, наверное. Больше не знаю. Пане Валерію, вам слово, що скажете, як відповіді наших мешканців? Да, ну опять интересно. Вы знаете, для меня такая интересная подборка. Я вам хочу сказать, вот из тех комментариев, которые мы вас с вами прослушали только, мы говорим капли, мы говорим тренировки, мы говорим медитация, мы говорим там все что угодно, да, с другой стороны коррекция, мы говорим лазерная коррекция, очковая коррекция и так далее. Сразу же нужно разбить. Действительно, мы говорим немножко о разных состояниях. Есть состояние, первое состояние, это состояние так называемого спазма аккомодации. Мы говорим, это еще называется, есть такой термин, ложная близорукость. То есть это не истинная близорукость, которая есть. Вот, что это такое? Это в глазу есть так называемый глазной сфинктер. Сфинктер, который, в общем-то, при напряжении сфинктер сжимается, он сокращается. При расслаблении сфинктер расслабляется и расширяется вот таким вот образом. К этому сфинктеру прикрепляются определенные циновые связочки, такие связочки, как ниточки, вот, на которых держится хрусталик. И у молодого человека хрусталик, он очень податливый, он может менять свою кривизну. Если вы растянете хрусталик, он станет плоским. Если у вас расслабится аккомодационная мышца, да, вы растянете хрусталик, и хрусталик станет плоским. Если вы сожмете аккомодационную мышцу, хрусталик станет выпуклым. В результате вот этого движения, вот этой вот мышцы, мы таким образом можем с вами смотреть либо вблизи, либо вдаль. Когда мы напрягаем сфинктер и мышцу, хрусталик становится выпуклым, оптическая сила линзы увеличивается, и вы можете рассмотреть вблизи. Дети видят даже перед носом. Вот когда вы ребенку вот так вот показываете объекты, он их видит, потому что у них хрусталик становится круглым. По мере того, как человек взрослеет, у него этот хрусталик становится более спрессованным, более твердым и уже не может стать круглым. И поэтому в 45 лет, в 45, в 50 мы с вами начинаем одевать очки для того, чтобы рассмотреть текст. Плюс 1, плюс 2, плюс 3 и так далее. Вот. И поэтому
Когда мы долго с вами сидим, вот дети сидят долго, да, в гаджетах, значит, они что сделали? Напрягли свой сфинктер, да? То есть возник спазм. И в результате этого, если он сидит час, полтора, два часа, то потом уже это все равно, что вы возьмете и на свою руку положите какой-нибудь тяжелый предмет или сетку. И потом, когда вы ее поставите, тяжело разжать руку. То есть скапливается молочная кислота, и мышцу тяжело разжать. Точно так же и в сфинктере скапливаются определенные продукты, которые не позволяют потом, для того, чтобы посмотреть вдаль, расслабить мышцу. И, естественно, вы не видите вдаль сразу. И чем дольше вы сидите, смотрите, так сказать, читаете и смотрите на гаджет, тем тяжелее потом расслабить зрение, чтобы посмотреть вдаль. Вот это состояние мы называем спазмом аккомодации. И вот дальше люди говорили о применении капель. То есть действительно существуют такие капли, которые расслабляют этот сфинктер. Пане Валерію, а чи існують найефективніші та, можливо, найнебезпечніші методи корекції зору? Ну вот, а теперь мы переходим уже от ложной близорукости, потому что спазм, если вы расслабите, эта близорукость у вас уйдет. Не всегда так получается. Иногда, когда она не уходит, вы приходите в оптике, и когда люди, в общем-то, многие офтальмологи стараются побыстрее помочь этому человеку, они назначают минусовые линзы уже при спазме аккомодации. Если назначаются минусовые линзы, то, в общем-то, этого человека потом переводит из состояния истинной, ложной близорукости в истинную. Но вот когда у нас уже возникает истинная близорукость, вот тут уже существуют методы коррекции. То, о чем мы говорили. Эти методы коррекции могут быть различные. Они могут быть очки. Это могут быть контактные линзы или контактная коррекция. Это могут быть контактные линзы непостоянного ношения или ночные контактные линзы. Это могут быть коррекции зрения. Такие коррекции, как кератотомии, о которой говорили Федоров, они уже сейчас уже не применяются. Это лазерная. На сегодняшний день появляются уже новые лазеры, это фемтосекундные, которые позволяют, мы позже с вами остановимся с точки зрения того, чтобы не выпаривать роговицу, а внутри роговицы выпаривать пространство, соединять их, они более щадящие, таким образом, для оптической коррекции. И все ж таки, який из цих методів найефективніший? Так нельзя сказать, найефективніший той метод, который вам показан. Я вам хочу сказать, что в каждом случае надо рассматривать все индивидуально. Почему? Потому что для каждого метода есть определенные свои показания. Любой метод хорош. Ну, пожалуй, в общем-то, наиболее универсален все-таки это метод очковой коррекции. Когда вам нравится носить очки, когда они вам пасуют, идут, да, то, в общем-то, в этой ситуации вы одеваете очки. Ну, в общем-то, единственный в очков недостаток есть. Чем выше ваша близорукость, тем у вас просто в очках фокусное расстояние отодвигается немножечко, оно стоит перед глазом, и поэтому у вас уменьшается изображение. И чем больше минус, то у вас меньше изображения. Это не совсем, скажем так, комфортно, но, в общем-то, близорукие привыкают к этому. Хотя потом, когда мы делаем им коррекцию зрения, там, другим методом, то они, в общем-то, їм цей метод подобається більше, краще відчувається. Совершенно верно. ВООЗ робить, на жаль, невтішні прогнози. До 2020 року майже половина населення планети страждатиме на короткозорість. А з кожним наступним поколінням проблема буде лише посилюватися. Сьогоднішні школярі під особливою загрозою, адже вже змалку звикли користуватися комп'ютерами та гаджетами. Тому я вирішила дізнатися, які ж рішення пропонують офтальмологи для лікування порушень зору у дітей. Давайте подивимось. Зазвичай процедури для лікування зору безболісні та цікаві для дітей, тому малеча з легкістю на них погоджується. Ось у такому приміщенні дітям від 2 до 18 років, щоб одразу не призначати окуляри, за можливості лікують пониження зору та косоокість. Лілії 8. Сюди на процедури вона ходить 6 рочків. Зараз виконує вправу лінійка. Я делаю разные упражнения, чтобы у меня зрение хорошее было. Раньше я видела строчку, а теперь уже девятую. Як правило, одне заняття триває десь годину-півтори та включає у себе цілий комплекс різних вправ. Все залежить від діагнозу. Є комп'ютерні програми, направлені з допомогою світової стимуляції сітчатки на повищення остроти зрення. Є спеціальна така програма «Релекс», коли йде удалення предмета і приближення, тобто за счет
приближении и удалении предмета, так таким образом тренируется способность глаза видеть на разных расстояниях. Раніше Діана бачила лише один рядок. Після тижня процедур показник збільшився до 4. Я захожу в програму для зрення. Надо сделать упражнение тір. Навожу кружочок на квадрат і нажимаю. Только чтобы он был ровный. И так нужно делать минуты 3-4. Когда они уменьшаются, выключается и выключается другая программа. Ще одна вправа називається квітка. На її пелюстках ми знаходимо предмети, які зображені у центрі. Натискаємо на них. І так упродовж 5 хвилин. Потім предмети на пелюстках зменшуються у розмірі, а через певний час їх кількість збільшується. Окрім комп'ютерних програм, тут є і кімната зі спеціальним обладнанням. Цей прибор називається панорама. Тут проводяться засвіти в макулярній області з допомогою спеціальних вспышек. Воно має час, має определений цвіт. Цей прибор називається макулостимулятор. Тобто пацієнт на нього смотрить, таким образом стимулюються клітки сітчатки, які таким образом дають можливість повышать остроту зрения. Этот макулостимулятор имеет разные режимы и разные световые волны. И данный прибор – это лазер стимуляции сетчатки, офтальмологический лазер, который имеет определенную длину волны, которая доходит только до сетчатки. И он делается на специального расстояния. Он также лечит амблиопию или снижение зрения у пацієнта. Перед початком такого лікування обов'язково необхідно взяти дозвіл у нервопатолога. Противопоказания для работы световыми электро- и лазер-стимулирующими приборами – это является проблемой центральной нервной системы. Если есть какой-то порог возбуждения головного мозга, такие приборы противопоказаны. Пане Валерію, розкажіть, у чому ж секрет такого апаратного лікування? Дійсно, чи це допомагає? І чому дорослим не можна вже таке робити? Не радять? Ну вот мы и говорим в отношении того, чтобы вот мы перед этим говорили, вот, как расслабить аккомодационную мышцу. Вот это все аппаратное лечение направлено на расслабление аккомодационной мышцы. С возрастом, к сожалению, в общем-то воздействовать на аккомодационную мышцу уже становится менее эффективно. Почему? Потому что хрусталик меняет свои свойства. И поэтому, когда он меняет свои свойства, то там нужно применять немножечко другие методы. Мы поступово підійшли до запитання, яке цікавить кожного із батьків. Поставить його наша глядачка. А я нагадую, що у кожній програмі ви маєте можливість почути кваліфіковану відповідь та пораду від наших експертів. Тож чекаємо на ваші питання. А поки увага на екран. Здравствуйте, у мене такий вопрос. Скільки ребенок в среднем може проводити время за гаджетами? Вам слово. Если ребенок до 6 лет, то гаджет можно давать минут на 15-17, до 20 минут. Если ребенок с 7 до 12 лет, можно увеличить, в общем-то, работу с гаджетом до 30 минут. Но потом нужно сделать обязательно перерыв. Про шкоду зловживання електронними пристроями знають всі. А як захистити себе від їх негативного впливу? Послухаємо думку мешканців нашого міста. Як правильно користуватися гаджетами, щоб не зашкодити зору? Їх треба держати подалі від себе, десь приблизно сантиметрів 30-40. Ну, уменьшити яркість, як мінімум. Ну, чтобы не навредить зрению, во-первых, нужно хорошее освещение, во-вторых, нужно расстояние, чтобы было не близкое, и обязательно делать перерывы между пользованием, там, каждый час-два, и делать зарядку глазами. Глазам делать зарядку нужно обязательно. Можно использовать, если вы работаете за ПК, поляризационные очки, они сейчас продаются очень много, можно использовать специальные накладки на экран, ну и желательно держать смартфон на расстоянии, если вы пользуетесь, ну, смартфоном, где-то вот на расстоянии локтя. Ну, не близко дивитися там. А на расстоянии больше 30 сантиметров от глаз, от головы. Ой, я не пользуюсь ими и внукам не разрешаю пользоваться. И что, слушаются, не пользуются? Пользуются, но я их гоняю. Ну, наверное, поменьше использовать их в днем или как, в сутки. Так? Чем меньше пользуюсь, тем мне кажется лучше.
Надо переходить вообще на кнопочные, эти сейчас говорят, в Европе модно это. Мне кажется, самое лучшее. Я слышала, на ночь нельзя использовать. Вот сиди, лежишь там, например, листаешь чего-то. Это вот самое, одно из самых вредных, то, что мы делаем. Тоже грешу этим, но знаю, что вредно, но из этого тоже иногда не обойтись. Ось такі життєві відповіді позитивні, так, трошки? Як ви прокоментуєте їх? Ну, да. Ну, во-первых, моё стойкое убеждение в том, что лучше всегда почитать книгу, чем гаджет. Это первое. Особенно на ночь. Ну, а если уж гаджет, то первое, правильно, гаджет должен быть на расстоянии 33 сантиметра. Освещение, в общем-то, не обязательно. И лучше, ведь здесь надо смотреть не на освещение, потому что там все равно идет электронное изображение, а смотреть, чтобы не было бликов на гаджете, потому что они отвлекают зрение. То есть это должно быть четкое, ясное, контрастное изображение. Ну и была такая интересная, так сказать, мнение по поводу ношения очков. Да, действительно, есть такие очки, поляризационные очки, это вот темные очки с перфорациями. Действительно, в них не происходит эффекта напряжения аккомодации глаза, и поэтому за счет эффектов интерференции, дифракции, поэтому в данной ситуации действительно люди могут в таких очках работать гораздо больше, напрягать зрение. Окуляри і контактні лінзи – досить поширене явище. Навіть якщо ви їх не носите, ви знаєте, як вони працюють. Вдягаєш, ось так, і все добре бачиш. Але виявляється, є такі унікальні лінзи, що використовуються лише під час сну. Подробиці у наступному сюжеті. Ортокератологічні лінзи або лінзи зворотної геометрії. Розроблені в США в 60-х роках 20-го століття. Впливають на форму рогівки та її кривину за рахунок особливої конструкції. Задняя поверхность линзы имеет свою определенную форму, которая на основании всех математических расчетов воздействует благодаря своим гидродинамическим силам на эпители роговицы и дает возможность делать более плоскую роговицу в центре, более выпуклую по периферии, только эпители и слезную пленку. Меняется фокус глаза, и пациент видит 100%. Их одеваешь вечером, засыпаешь с ними, просыпаешься уже с хорошим зрением, и так каждый день. Я чувствую себя как обычный нормальный человек с хорошим зрением, и не нужно одевать очки. Рельєф рогівки та її заламлююча сила змінюється на точно необхідну величину. Тому лінзи підбираються індивідуально з рахуванням ступеню короткозорості та конфігурації поверхні рогівки. Проводится диагностическое обследование на оборудовании, и мы можем расчетным счетом определить, какая же линза нужна каждому глазу, каждого пацієнта. Особлива група пацієнтів – діти та підлітки. Саме для них такі лінзи найбільш актуальні. Адже вони не лише забезпечують гарний зір, але й зупиняють прогресування короткозорості. Мы уже занимаемся больше года, и мы видим, у пациентов действительно останавливается процесс прогрессирования близорукости. У них хорошие показатели, и не видоизменяется передняя и задняя ось глаза до такой степени, как она видоизменяется у тех, которые носят очки или контактные линзы. Чем медленнее будут происходить эти процессы, или же вообще будут приостанавливаться, тем лучше будет сохраняться страта зрения. Для підтримки ефекту в лінзах потрібно спати не менше 6 годин. Вони зроблені із найсучасніших матеріалів, тому цілком безпечні та зручні. Уже привикаєш, вже не чувствуєш це, а ночі спати нормально. Пане Валерію, наскільки вистачає такого ефекту від лінз? На скільки годин? Ефект до вечора, потім опять обов'язкове условие одіти ту лінзу. І, в общем-то, как бы в течение дня ви прекрасно орієнтуєтесь, прекрасно видите. А чи існують якісь протипоказання? Да, есть. Ну, во-первых, возраст. Який? Ну, скажем так, эти линзы эффективны где-то до 25-30 лет. После этого уже, в общем-то, не рекомендуется. Это раз. Во-вторых, форма роговой оболочки. Вот мы говорили, необходимо провести диагностическое исследование, которое, в общем-то, дает возможность определить, будет эффект от этой линзы или нет. Потому что есть, существует очень много других болезней роговицы. Чувствительность роговицы. У людей бывает очень повышенная чувствительность. Это, опять-таки, связано с расположением нервов поверхностных. Вот. Аллергические состояния. Всевозможные аллергии, которые тоже являются противопоказанием для ношения таких контактных линз. Противопоказаний существует достаточно, поэтому все их нужно обязательно, так сказать, учитывать.
Існують ще одні лінзи – це фокічні. Я знаю лише, що вони внутрішньоочні. Розкажіть про них, кому їх можна вдягати, кому вони взагалі можуть допомогти. Да, ну от, якщо не підходять такі лінзи, значить ми переходимо к следующему вопросу. Наступний етап. Да, зростаємо. Да, это фокічні лінзи. Такі лінзи являються как бы клипс-линзами, но не, в общем-то, не совсем хорошо себя зарекомендовали, потому что эти линзы, они способствуют к различным заболеваниям роговой оболочки, с одной стороны, а с другой стороны, могут приводить к глаукоме. Досить поширеним і ефективним методом сьогодні вважається лазерна корекція. Існує вона трохи більше 30 років. За цей час з'явилось не лише багато її різновидів, але й багато міфів. Перш за все, які існують методи лазерної корекції і чим вони відрізняються? Пане Валерію, питання до вас. Да, дійсно, существують два основні методи. Це метод ексимерної лазерної корекції з допомогою ексимерного лазера. И с помощью фемтосекундного лазера. Метод эксимерного, так сказать, эксимерный метод, или с помощью эксимерного лазера, он просто выпаривает роговую оболочку. То есть, в общем-то, роговая оболочка, она состоит из 6 слоев. Первый слой эпителиальный, затем идет такой очень важный слой, это бауменовый слой, который, в общем-то, защищает роговицу от пыли, от возможных попаданий всяких инородных тел и так далее. То есть, это защитный слой. И вот здесь такая штука, что когда мы потом выпариваем роговицу, то есть уменьшаем ее толщину, мы в общем-то, страдают вот именно эти два слоя. И вот в этой ситуации, конечно, это не совсем хорошо, потому что после такой коррекции люди в перспективе могут чувствовать повышенную чувствительность, например, скажем, к холоду, к ветру. Есть также эксимерная коррекция, которая выполняется из другая методика. Это то, о которой я вам сказал, это методика так называемая ФИРК или ПРК. Есть методика LASIK. Это методика, которая позволяет срезает или как надрезает, как гриб роговую оболочку отодвигается, и потом выпаривание происходит уже внутри роговой оболочки. Но, к сожалению, в ней тоже есть определенные недостатки, потому что, опять-таки, срезание роговой оболочки, оно приводит к повреждению нервов. Вот. Но, тем не менее, это... Да, но, тем не менее, не может же быть идеальная методика. Конечно же, у каждой методики есть свои недостатки. Ну, как вы уже сказали, все дуже індивідуально. Багато суперечок стосовно таких процедур виникає і у вагітних жінок. Наприклад, що ж зробити спочатку? Народити чи погодитись на лазерну корекцію? Пане Валерію, що ви скажете з цього приводу нашим майбутнім мамам? Коли ми говоримо о близорукості, як о болезні розтяження глаза, то там є проблеми, зв'язані прежде всего з сітчаткою, тому що сітчатка тягнеться. І от тоді ми все індивідуально починаємо дивитися, є ли якісь змінення на сітчатці в результаті близорукості. І якщо вони є, тому що любые потом дальнейшие действия мами, прежде всего связанные с потугами, вот, с ношением беременности, они могут вызывать вот такие надрывы в сітчатці при близорукості. Поэтому, опять-таки, в индивидуальном порядке мы смотрим и либо женщину пускаем в естественные роды, либо говорим, что в вашей ситуации показано кесарево сечение. Не дивлячись на сучасність і ефективність лазерної корекції зору, досить багато людей з тих чи інших причин не можуть її зробити. Але рішення є дуже популярне, і дієвий метод корекції зору – це заміна кришталика. Як це відбувається, на власні очі побачила наша знімальна група. Ірина трохи нервує. Операцію на очах вона робитиме вперше. Цей день для неї дуже важливий, адже її бажання мати повноцінний зір нарешті здійсниться. Проблема эта у меня уже очень давно, на протяжении 15-20 лет, где-то так. На операцию решилась, посоветовали, что хорошие врачи, хорошие хирурги. Я хочу просто видеть, мир другими глазами. Ніякої особливої підготовки процедура по заміні кришталика не потребує і проводиться в режимі одного дня. Пацієнти проходять обследування по місту жительства, общі аналізи, осматриваються терапевтом. Також здесь у нас при поступі они осматриваются анестезиологом. Если нет никаких противопоказаний, человек сразу может оперироваться. Что ж, Ирина готова, начинаем. Всі процеси будуть відображатися на моніторі та фіксуватися. Перш за все, проводиться місцева аплікаційна анестезія. Вона без уколів, тому абсолютно безболісна. Далі хірург робить мікророзрізи рогівки.
вскрывается передняя капсула хрусталика, выполняется так называемый передний капсулорексис, затем отделяется кора ядро хрусталика от капсулы. Тепер черга ультразвуку. Він перетворить кришталик на емульсію. Метод ультразвукової факоемульсифікації вважається головним стандартом якості завдяки тому, що дозволяє проводити все дуже швидко, безпечно і з мінімальним відновним періодом. Наступний етап – емульсію видаляють вакуумним способом. Также мы по желанию пациента можем использовать во время операции фемтосекундный лазер, который может заменить некоторые этапы, которые выполняет хирург. Например, лазер может выполнить капсулорексис, разрез в передней капсуле, он может выполнить роговичные разрезы и даже фрагментировать ядро хрусталика. Всі підготовчі дії закінчено. На місце старого кришталика ставиться штучна інтраокулярна лінза. За своїми характеристиками вона повністю відповідає природному органу, але ніколи не помутніє і дозволить зберегти гостроту зору до глибокої старості. Минуло лише 8 хвилин і все готово, навіть шви накладати не потрібно. Ірина вже може перевіряти гостроту свого нового зору. Она сегодня пойдет домой. Мы дадим ей рекомендации, которые будут включать в себя закапывание капель, ну и некоторые ограничения в режиме. Ей нельзя будет мочить глаз сырой водой 2 недели. Ну и она будет стараться спать на спине, либо на противоположном боку. Сергію замінили кришталик 6 днів тому. Сьогодні він прийшов на огляд до лікаря і єдине, про що жаліє, що не зробив операцію раніше. Мир слишком красивый, нужно его успеть его еще увидеть. Буду, хотя и на пенсии, но все равно еще, ну, как бы, желаю взглянуть на эту жизнь как-то во всех красках. А це старі окуляри на мінус 15. Вони більше не потрібні. Гострота зору становить 70%. Чоловік зізнається, ці товстенні лінзи – найсучасніший і досить дорогий варіант. Взагалі вони мали бути у 2 рази ширшими. Вообще человек, который 50 лет в очках, который это сей девайс уже настолько утомил по жизни, ну сложно однозначно и недвусмысленно выразиться. Вот, поэтому можно сказать, пошли ну к черту эти очки. Ось так. Зато чесно. До речі, пане Валері, дякую вам за можливість зняти Спасибо. Такий ексклюзив. І, звісно, питання. У яких випадках 100% потрібно робити заміну кришталика? Ну, во-первых, возраст пациента должен быть уже где-то после 45 лет. Это раз. Во-вторых, в случаях, когда очень большая разница между правым и левым глазом. Бывает так, что, например, скажем, правый глаз плюс 5, а левый, например, минус 15. Уравнять очками или контактными линзами невозможно. Такое зрение. Поэтому здесь мы уравниваем это все хрусталиками. Ну и... Есть такие случаи, когда действительно это сопряжено с очень высокими степенями как близорукости, так и астигматизма. Вот Сергей, который имплантировал эти линзы, у него была не только близорукость, но и астигматизм. Поэтому даже после имплантации, вот он пока видит 70%, в очках он видел, кстати, 50%. Уже у нас он увидел 70%. Но есть еще перспектива с того, что он увидит уже и 80%. Но он просто никогда в своей жизни не видел больше 50%. Но у него были такие товстые окуляры. Ну, здесь еще имеет значение астигматизм. Да. Гаррі Сміт казав, ніщо так не відрізняє людину від тварин, як окуляри. Але хочеться побажати всім гострого зору і здорових очей, а окуляри нехай будуть іміджевими або сонцезахисними. Хочу подякувати гостю нашої програми, доктору медичних наук, професору та заслуженому лікарю України Валерію Сердюку. Спасибі вам, було дуже цікаво, було дуже корисно і приходьте, звісно, до нашого гостя. Благодарю вас, Вікторія, за приглашення. Обов'язково прийду в следующий раз. Поговоримо ще о других актуальних темах. Дякую. Всім глядачам нагадую, що ви маєте змогу поставити свої запитання та отримати професійну відповідь від експертів. Зробити це можна на нашій сторінці у Facebook. Сьогоднішній ефір закінчено. До нових зустрічей на території здорової середи. Гарного вам настрою і міцного здоров'я! InUA – мережа бутіків та інтернет-магазин жіночих товарів від українських дизайнерів.